Привет, друзья, на канале Катрендек, с вами Катя, и сегодня мы продолжим играть в игру Two Point Hospital. Помните, это была наша старая больница, теперь мы отправимся в новую больницу. Малая Лабуда, пора удвоить усилия, начните строить вторую больницу. Начнем. Квалификация сотрудников, добро пожаловать в Малую Лабуду. В этом милом поселке всего одна проблема. Многие жители считают себя рок-звездами, и у этой проблемы есть только одно решение – кабинет психиатрии. Ставить диагнозы и лечить пациентов в кабинет психиатрии смогут только врачи с квалификацией психиатрия. Один такой специалист у нас есть, но и в будущем стоит отдавать предпочтение соискателям с этой или другими полезными квалификациями. Доступен кабинет психиатрии, построить современный кабинет психиатрии, чтобы угодить пациентам. Вот такая вот у нас пока больница. Тут уже есть какие-то готовые здания построенные. Это хорошо. Немного вот так развернем, правда. Построить кабинет психиатрии. Да нет проблем. Сейчас вот прям построим. Психиатрия, поехали строить. Пока получается как-то так. Теперь нужно начать новые технологии. Компания Bangle Technologies под эгидой, которая работает несколькими ИИ медицин по всей стране, обратились к нам с привлекательным предложением. Мы недавно отозвали лицензию на психотерапевтическую деятельность. Из-за случая, впрочем, не будем о грустном. Квазинаука хочет направить своих пациентов с психическими проблемами к нам. А благодарность подаст нам кое-что из своих новейших разработок. У нас еще нет лицензии на исследование, поэтому не стоит отказываться от наших продуктов и технологий. Пока мы принимаем пациентов с психической проблемой из Bangle, можно кое-что построить. Повысить уровень больницы, повысить пациента с кабинетом психиатрии. Сюда нужно нанять врача. Так, наем. А сюда какого врача нужно вообще в психиатрию? Врач с квалификацией психиатрия. Ну, давайте наймем вот такого вот врача. Все, пусть себе там сидит. Мне не нравятся вот эти вот лавки, поэтому мы их сейчас возьмем вот так вот, предметы. Потом нужно ему палату. Значит, этому чудику нужна палата. Давайте сделаем этому чудику палату. Где у нас тут кабинеты, палата и... Теперь сюда нужно нанять кого? Медработника нужно нанять. Так, наем. Младшие медработники. Нанимаем одного. И сразу, наверное, сюда нужно еще второго. Новая технология. Bangle Technologies поделилась с нами своими новейшими разработками, которые позволят нам модернизировать великий комбинатор аптеки флюорограф для общей диагностики. Мы могли бы купить эти разработки и слить наши аппараты, чтобы эффективнее ставить диагнозы и излечивать больше пациентов. Модернизировать аппарат можно только санитар с квалификацией механика. Выберите аппарат и модернизируйте для него с ведущей механики. Санитар займет модернизацию на него. Требуется время. Спробуйте эти неработки, и, возможно, Bangle предложит нам что-нибудь еще. Флюорограф нам дали. Вот, все, аптека готова. Теперь сюда нужно нанять наем. Младшие медработники. Вот это нам подойдет. Этот медработник нам как раз таки подойдет. Тогда сюда еще нужно сделать комнаты, кабинеты, комнату не общей практики. Это вообще какой у нас кабинет? Врач общей практики. Общей диагностики врача. Куда его тут? Ну, теперь сюда нужно нанять врача. Наем, врачи. И вот врачи наймем самого дорогого. Что еще нужно? Туалеты нужны. Кабинеты... Туалеты. Клиника помрачения нужна. Клиника помрачения. Куда мы это поставим? Вот, например, сюда куда-нибудь, да? С кабинетов теперь можно сделать комнату отдыха. Все. Вот такая вот комната отдыха. Что еще? Можно поставить также скорость. Ага, быстро ли они будут работать? Чтобы они все работали быстренько. Все. И можно еще, знаете, что сделать? Еще одну регистратуру. Кто тут нужен? Длина очереди 10. Ого!
Значит, нужно поставить себе еще одного под этого общую диагностику еще одну. Наем, врачи. Все, вот. Все, и вот люди уже пошли к нему. Все, все наши как такие вопросики были сделаны. Больница текущий уровень до 6. Составить владельцам не менее 2 зданий, получить не менее пациентов, поменять лаборатории, не менее. Что это больница, купить еще один земельный участок среднее здание. Сайт супер 16 дней, участка 16 метров. Так, ну давайте вот это вот. Да, вот это вот строим. Опа-на, все. Так, у нас еще один корпус сделан. Так, где врач? Где этот кабинет? А вот, Тес, Королю, Тервир, Мизма какого-то. Ну пока давайте займем полное все место в этой. Дальше готово. И теперь нажимаем на кого. Вот тут врач нужен, опять-таки. Врачи. Что за что? Награды, куртосы. Спасибо. Надо прикинуть кардиология. О, нам еще кардиологию надо будет построить. Тут и тут тоже добавим, да? А нам все равно не помещается. Так. Значит, нужно еще такое здание сделать. Но мне хотелось бы тут все сначала заполнять. Ну ладно, пойдемте-ка. Ой, я на карту вышла нечаянно. Отрасль нам еще одна больница. Ой-ой-ой, еще одна больница. Особенно больница во Флотеринге. Ну, на этом, друзья, наверное, мы с вами закончим, потому что следующая больница будет в следующей серии. Не забывайте ставить лайкосы и подписываться на мой канал. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!